А сейчас слово представителю Российской Федерации. Благодарю вас, господин председатель. В этом зале Совет Безопасности проводит большое количество заседаний на различные благородные темы. Мы говорим много красивых слов о необходимости урегулирования политических кризисов мирными методами, о том, что у них нет военного решения, о верховенстве права, демократии и инклюзивности политических процессов, о правах человека и приоритетности защиты гражданского населения в конфликтах. Однако после того, как мы уже около 30 раз обсуждали здесь Украину, возникает вопрос, а насколько все эти декларации соотносятся с ситуацией в этой стране? Имеют ли они прикладное применение? Или они произносятся для красного словца, но могут быть легко отброшены в угоду политической целесообразности? Применимы ли все эти резолюции и заявления председателей к такому государству, как Украина? Господин председатель, Российская Федерация добивается неукоснительного выполнения минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Исходим из этого в контактах со сторонами, руководством Украины и лидерами ополчения, а также с представителями заинтересованных зарубежных стран, в том числе в нормандском формате. К сожалению, запланированное на 16 января заседание Минской контактной группы было сорвано Киевом. Представитель Украины в столице Белоруссии так и не появился. Ситуация на земле в последнее время значительно ухудшилась. Эпицентром столкновений стал Донецкий аэропорт. Несмотря на то, что в соответствии с минскими договоренностями он должен был быть передан под контроль ополченцев, этот вопрос так и не был решен мирным путем из-за споров по другим участкам линии соприкосновения. Украинские силовики же продолжали обстреливать оттуда Донецк и другие населенные пункты, вызывая значительные жертвы среди мирных жителей. 15 января президент России направил президенту Украины послание относительно необходимости неукоснительного выполнения сторонами конфликта режима тишины и срочного начала отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями. Причем согласно тем координатам, на которых настаивала сама украинская сторона. Я хочу это особо подчеркнуть. Была также передана таблица с перечислением действий сторон по срокам отвода каждого вида ствольной и реактивной артиллерии в соответствии с графиком, к выполнению которого призывала украинская сторона. Кроме того, Россия выразила готовность использовать свое влияние на ополченцев с тем, чтобы этот вариант был принят в духе доброй воли и в целях избежания жертв среди гражданского населения, а также предложила оказать содействие в организации совместно с ОБСЕ контроля за выполнением этих шагов. Подчеркну, это письмо было направлено с учетом просьбы, высказывавшейся в ходе телефонных контактов лидеров России и Украины. Однако вместо того, чтобы дать адекватный ответ на это предложение, украинская сторона возобновила артобстрелы Донецка. Господин председатель, нынешняя эскалация ситуации на Донбассе не случайна. В течение всего срока перемирия украинская сторона в нарушении минских договоренностей продолжала наращивать свое военное присутствие на юго-востоке страны. Шла усиленная милитаризация и перегруппировка, объявлялись новые волны мобилизации. Из Киева звучали призывы взять реванш за поражение 2014 года. Параллельно ряд стран, активно поддерживающих партию войны в Киеве, безответственно поставляли продукцию военного назначения. Очевидно, что события последних дней – очередная попытка Киева реализовать курс на решение внутриполитического конфликта военным путем, что с неизбежностью влечет за собой усугубление кризиса украинского государства и многочисленные жертвы среди мирных граждан. Короче, все это чревато катастрофой. Господин председатель, мы неоднократно указывали в этом зале на то, что пришедшие к власти в результате государственного переворота, так называемое «правительство победителей», опирающиеся на поддержку вооруженных радикалов, проводят политику, не имеющую ничего общего с восстановлением национального единства страны. Киевом отброшены все документы, направленные на политическое урегулирование внутриукраинского кризиса. Соглашение от 21 февраля, подписанное Януковичем и оппозицией, о формировании правительства национального единства, было похоронено на следующий же день. Женевское заявление от 17 апреля, предусматривающее немедленное проведение всеобъемлющей с участием всех регионов и политической сил конституционной реформы, проигнорировано. Дорожная карта председателя ОБСЕ отвергнута. А слышали вы ли вы что-нибудь про инклюзивный общенациональный диалог, о котором говорится в Минском протоколе?
Первым делом пришедшие к власти после госпереворота в Киеве силы начали продвигать решения, нацеленные на ограничение прав языковых меньшинств и притеснение инакомыслящих. При том, что до половины страны говорит на русском языке, были закрыты почти все русскоязычные средства массовой информации, запрещено вещание российских телеканалов, запуганы или просто запрещены политические силы, представлявшие русских жителей Украины и населения юго-востока страны. Против жителей юго-востока и юга был совершен ряд чудовищных преступлений, которые по-прежнему не раскрыты, да серьезно и не расследуются. 2 мая в Одессе в Доме профсоюзов были заживо сожжены несколько десятков людей. В Мариуполе 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, были расстреляны мирные граждане. В начале июня по Луганску нанесены авиаудары. Господин председатель, суть и динамику кризиса на Украине сложно понять без его идеологической подоплеки. В прошлом году государственным праздником Украины было объявлено 14 октября, день создания украинской повстанческой армии, воевавшей на стороне гитлеровцев. Вовсю идет прославление украинских пособников нацистов и человеконенавистников Бандеры и Шухевича, на руках которых кровь десятков тысяч советских и польских граждан. Бандера без разбора отдавал приказы о массовом уничтожении своих противников, причем по национальному признаку. Чего стоит только одно его заявление – «убью каждого поляка от 16 до 60 лет». Шухевич так наставлял своих сторонников, цитирую: «Не запугивать, а истреблять. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина. Ничего ужасного в этом нет». Конец цитаты. Теперь факельные шествия а-ля Waffen-SS с портретами этих так называемых героев Украины проводятся совершенно открыто с одобрения киевских властей. Ей-богу, украинский народ заслуживает других героев. Жителями востока Украины это воспринимается так же, как если бы в Америке национальным праздником объявили день создания Ку-клукс-клана, а в Вашингтоне регулярно маршировали его адепты с горящими крестами и формировали отряды для отправки в другие регионы страны для наведения порядка. А вот премьер-министр Яценюк на немецком телевидении сокрушается о том, что в годы Второй мировой войны, цитирую, «СССР вторгся на Украину и в Германию», конец цитаты. Видимо, он хотел бы, чтобы Украина и сейчас была под нацистской оккупацией. Однако просвещенная Европа как будто воды в рот набрала. Вообще странно, что кто-то, претендующий на цивилизованность, может терпеть такого рода идеологические диверсии. Этими идеологическими установками Киев, очевидно, руководствуется в ходе так называемой антитеррористической, а по сути карательной операции. Против городов Юго-Востока применяются авиация, тяжелое вооружение, артиллерия, запрещенные кассетные и фосфорные боеприпасы, тактические ракеты, системы залпового огня. Подтвержденное количество жертв приближается к 5000. Беженцев и внутренне перемещенных лиц – миллион. Только на территории города Донецка повреждено более 1000 жилых домов. Многие небольшие населенные пункты разрушены практически полностью. Удары наносят по жилым кварталам и инфраструктуре, не считаясь ни с какими нормами международного гуманитарного права и не связывая себя никакими моральными представлениями. Даже крупные западные МПО, которых сложно заподозрить в симпатиях к ополченцам, говорят о том, что украинские силовики не проводят различий между военными и гражданскими целями. Ужасный случай, произошедший 13 января с пассажирским автобусом под Волновахой, был использован Киевом для мгновенного, без следствия, обвинения в этом преступлении ополченцев. Однако, согласно заключению миссии ОБСЕ, обстрел велся с северо-северо-восточного направления, где вряд ли могли находиться ополченцы. При этом украинские власти по полной воспользовались трагедией для нагнетания военной истерии. На следующий же день интенсифицировались артиллерийские и бомбовые обстрелы городов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая женщин, детей и престарелых. Вчера в Донецке была обстреляна автобусная остановка. В результате 2 человека погибли и 11 серьезно ранены. А вот самые последние данные. Российское телевидение, которое присутствует на месте, передает, что сегодня в Донецке 8 мирных граждан убито, 30 ранены. Среди пострадавших есть дети. Украинская газета «Корреспондент» сообщает, что сегодня в Донецке погибли 5 мирных граждан. 29 получили ранения различной степени тяжести. И украинские и ополченские сайты говорят примерно одно и то же. В городе Стаханов Луганской области
Сегодня в результате обстрелов из ураганов погибли до 10 жителей. Однако никто в Киеве не проводит по этому поводу траурных маршей и как будто даже не замечает этих жертв. Значительную военную силу в зоне конфликта на юго-востоке составляют так называемые добровольческие батальоны, финансируемые украинскими олигархами и неизвестно кому подчиняющиеся. Некоторые из них в открытую используют нацистскую символику. Киевскими властями, постоянно говорящими о единстве страны и ее территориальной целостности, не сделано ни одного шага в сторону проведения подлинно национального диалога, конституционной реформы с участием всех групп населения и регионов. Более того, Киев делает все, чтобы фактически отрезать Юго-Восток. Принято решение о выводе оттуда всех госучреждений, прекращении бюджетных выплат, включая социальные пособия и пенсии. Ограничено передвижение людей и грузов через линию соприкосновения. С 12 января полностью прекращено транспортное сообщение между Украиной и Луганском. Гуманитарная ситуация катастрофическая. Еще летом прошлого года мы ставили этот вопрос, предложив принять соответствующую резолюцию Совета. Некоторые члены Совета Безопасности, к сожалению, не прислушались к нам, заматывали тему, разглагольствовали, с какого количества жертв можно начать квалифицировать ситуацию как гуманитарный кризис. Сейчас для демагогии места не осталось. ООНовские гуманитарщики рассматривают ситуацию как полномасштабный кризис, требующий полевого присутствия, разворачивания кластеров по разным направлениям гуманитарного содействия и финансирования гуманитарных призывов. В последнее время они отмечают осложнение обстановки с доставкой помощи в связи с ужесточением Киевом пропускного режима. Россия в значительных объемах поставляет гуманитарную помощь на Донбасс, несмотря на шумиху, которую пытались поднять по этому поводу некоторые члены Совета. При этом мы не прекращаем попыток согласовывать с Киевом, несмотря на его обструкцию, условия таких поставок. Заблаговременно информируем о направлении гуманитарных конвоев и номенклатуре грузов. Идет помощь и по другим каналам. На днях России принято решение о перечислении 5 миллионов долларов в фонд Всемирной продовольственной программы на оказание гуманитарной помощи населению Украины. Господин председатель, Минские договоренности, подписанные в сентябре Киевом и представителями Луганска и Донецка при посредничестве ОБСЕ и России, заложили основу для мирного регулирования. Необходимо немедленно вернуться к практической работе в контактной группе для их всеобъемлющего выполнения. Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы очередная встреча в Минске прошла как можно скорее. Настоятельно призываем всех ответственных членов международного сообщества потребовать от украинских властей отойти от логики конфронтации, безоговорочно отказаться от курса на силовое подавление Юго-Востока, внушить им, что сейчас самой насущной необходимостью является запуск прямого общеукраинского диалога, чтобы предметно обсудить и согласовать конституционное устройство страны, в которой было бы комфортно и безопасно жить всем без исключения гражданам. Я благодарю вас, господин председатель.